Наверное, мы начали. Хочется верить, что мы начали. Здесь мне нужен чат. Вот так он, да? Допустим, вот так. Это будет чат. 0 viewers, значит, не начали. Тридцать семь viewers. Ого. Так, а что, напишите кто-нибудь что-нибудь в чат? Йо, о, кто написал чат? Голос слышно, да? Голос слышно. Главное, чтобы голос было слышно. Это все, конечно, очень, очень интересно. Я как настоящий дед совсем пришлось разбираться. Вот, я надеюсь, что... Так, а, вот сейчас мы сейчас еще... Как сделать-то? Ну ладно, пока нормально вроде. Пока нормально. Да я увидел, что картинка перекрывает видос. Ну, перекрывает и перекрывает. Окей, окей. 3 минуты, да, уже как идем. Ну, вкратце задумка такая. Берем задачи. Налит код. Ставим сложность hard. И идем решать. Вот. Зачем? Прикольно. Мне на самом деле нравится решать задачи, которые, ну, типа... Но они не то, что олимпиадные. Олимпиады не всегда прикольно решать. А вот именно те, которые, типа, для собеседования или еще что-то. Что это маленькая проблема, которую можно от начала до конца решить. И в итоге, как бы, у нее есть конец. Это как-никак работа. Вот. И у тебя какое-то удовлетворение, что вот ты ее сделал. Вот. Как мне Берлин после Мюнхена? Отлично, Берлин вообще супер. Гораздо разнообразнее, чем Мюнхен. Гораздо больше людей разного вида и одежды и так далее. Да, короче, супер. Вот. Надеюсь, что все работает, все хорошо. Так, окей, ну вот, мы выбрали сложность hard. Значит, ну я просто по порядку думаю, надо идти. Первую задачу мы решать не будем, потому что про нее мы уже пообсуждали в чате, и я ее не смог решить за ту сложность, которая требовалась. Ну, в смысле, я смог решить, но просто сложнее, чем требовалось. И, в общем, никто ее толком ни из чата, по-моему, ни в Твиттере не смог решить. Один человек скинул правильное решение, теперь мы знаем, как она решается. Вот. Но, короче, она хитрая. Ну, и можно было бы закодить это решение, но там засада в том, что эта задача на очень большое количество, как это, off by one errors. То есть там очень муторно, типа плюс один, минус один, а здесь вот как бы середина, не середина. И вот это вот самая скучная часть. Потому что в таких задачах, когда их задают, нужно там ставить условия, чтобы тебе было удобно писать там самый happy case. Вот. Ну, типа, если тебе нужно найти медиану, то, допустим, условие такое, что в массиве всегда нечетное количество элементов, чтобы ты мог взять среднее, а не считать там, не писать две ветки, когда у тебя четное, нечетное количество. Ну, короче, такое. Вот. Короче, это муторная задача. Следующая задача excretion... Chest justification частенько сдают на собесах. Лучше по acceptance сортировку сделать, уже выбирать hard, где больше acceptance, где меньше acceptance, может быть, чтобы сложнее было решать. Ну, короче, не знаю. Давайте я как бы пойдем просто по порядку. Тем более regal expression я прочитал. Привет, Тумар. И...
Да, вроде звучит интересно. Вот еще одна засада, которая здесь есть, состоит в том, что у них нет кложа. Да-да-да. Вот. Есть Java, Python, JavaScript. Ну, короче, мораль такая, что я хочу решать на кложе, потому что кложа мне больше всего нравится, но мы не сможем проверять ее здесь. Но, в принципе, мы сможем проверить на corner, на экзамплах. Я думаю, этого будет достаточно. Вот. Если кто-нибудь накидает нам донатов, то так уж и быть, переключимся на Python, а если накидают в два раза больше, то и на JavaScript, как бы отсортировано по отвратительности языков. Сейчас я птицу закрою, которая у меня чирикает. То есть в хакер ранг. Вот. Я думаю, это хорошая задача, я думаю, мы с ней быстро управимся. Значит, задача стоит в том, что нужно написать regular expression, где у нас есть только точка и звездочка. Блин, что-то я не закрыл. Строка S и паттерн P. Окей, вот. Значит, что у меня есть? У меня есть, я тут создал небольшой проектик. Здесь вообще ничего нет. Типа два файла. В одном deps idon, чтобы кложе запускалось. В втором, если можно было даже без него, наверное. Вот, да, мне тут пишут еще в Telegram сообщение, что можно запускать через ECI в JS, ну, короче, whatever. Я думаю, мы, типа, нормально все решаем. Значит, вот у меня есть такая штука, есть build-конфигурация, которая запускает просто этот файл. Вот, я пишу в Sublime. В Sublime писать на кложе не надо, тут ничего для кложе нет, но мне очень нравится Sublime, поэтому, собственно, ну, типа, потому что репла нет, вот, ну, как бы для кожи нужен репл, поэтому я вот так извратился. Вот, значит, давайте напишем def matches sp, наверное, ну да, как-то так, и вернем false. Окей, теперь скопируем отсюда примеры. Звездочка. Окей, значит, нам понадобится, наверное, refer devtest is a r. Что там еще в devtest есть, я не помню. Ну, допустим, так, да, давайте напишем devtest. Тест matches, и значит нам нужно false matches, значит строка AA, паттерн A, true matches, вот так, дальше у нас AB точка звездочка. B, точка, звездочка, true, упс, B, C, звездочка, звездочка, B, A, B, C, звездочка, звездочка, B, true, да, и последнее это Mississippi, ну, здесь должен получиться false, потому что что-то не хватает. Окей, это тест. И нам нужно теперь в мейне его как-то запустить. А если бы я, дай бог, помнил, как это делается. Значит, run tests или run all tests. Что-то есть такое. Ну, давайте попробуем. Run all tests. Да. Матч
matches in this context. Да, потому что она называется с вопросиком. А, я, блин, я чат закрыл. Как давно я пишу на Clojure? Я пишу на Clojure... давайте посмотрим. Я завел себе страницу с, типа, со своим, как это, CV, только чтобы вспоминать, когда что начиналось. Я пишу, ну, с 2011, 10 лет получается. Чего себе. Ну, там не с 11-го, на самом деле, с, может, 13-го. 12-го, 13-го, наверное, так. Это примерно Clojure 1.4 должна быть. Вот. Так, вот это нам для не нужно. А что у меня такой маленький все-таки? Так вот сделаю. Сложно ли найти джун-позицию на Clojure? Без понятия. Без понятия. А, когда искал не джун, было сложно. Сейчас вроде полегче. В России, наверное, если говорить, что это Россия, то, наверное, сложнее, потому что меньше. Ну, не знаю, не искал. Окей, проверяем. О, фейл, да? Смотрите, значит... Ух, ё, что-то это вообще... Он не то мне тестит. Так, давайте run tests. И нужно здесь namespaces. Да... Он пошел к ложу почему-то тестить. А нам к ложу не нужна. То есть наш он тоже запустил. Ну вот, значит, 10, 11, 12. Мы проварили 3 теста. Отлично, отлично. Вот эти два мы не провалили, потому что возвращаем false. Да. Ну все, надо писать теперь, значит, чем какой план, да? У нас поддерживаются два вида, три вида выражений: буква, звездочка и точка. Значит. Значит, первое, наверное, что нам нужно сделать, это распарсить сам regex, да? То есть давайте назовем их, как они называются, tokens, не tokens. Resec, по-моему, да, называется resec. Что там, как оно, что оно принимает? RE и P. Ну, короче, вот P мы приняли. Значит, и у нас либо что угодно со звездочкой, да, либо что угодно. А, ну вот получается так. Давайте посмотрим, что это нам даст. Вот, у нас, соответственно... А, сейчас. Стоп. Что-то она... А, потому что мне не нужно... Вот так нужно сделать. Вот, окей. So, и, короче, здесь вот у нас C-звездочка, А-звездочка, Б-звездочка. Вот, и на самом деле на странице с заданием, да, у нас есть ограничение, что паттерн у нас будет не больше 30 символов. Значит, что... Парсить регекс, вообще регекс. Хорошее замечание. Типа, можем ли мы так делать? Ну, допустим, что можем. Ну, типа, а что тут? Ну, можно на форах написать этот парсер. В общем-то, не сильно... сложнее получится. Главное, сам, мне кажется, сам алгоритм написать, который нам нужен. Значит, давайте сделаем здесь функцию matches. И сюда у нас уже будет передаваться... К
вообще все закончилось, это true. Сюда нам передается типа массив, и, кстати, не помню, работает ли empty на... Все-таки нужен будет... Да, работает на строке. Ну, пока так, да, значит, matches s tokens. Короче, она будет принимать токены. И вот это вот у нас будет типа рекурсивная функция. Значит, иначе... Так, если у нас закончился паттерн, но не закончилась строка, то мы точно продолбали, да? Иначе, значит, нам нужно будет... Что нам нужно будет? Сейчас мы пойдем в DataScript. Скопируем, потому что здесь есть... Вот такой макрос, который мне очень-очень нравится. Он, ну, очень простой. А, блин, я сейчас не открою никак. Потому что я не создал. Ничего не создал. Короче, это очень удобный макрос, и я его везде копирую, и хотелось бы, конечно, какую-то библиотеку про него иметь, но, типа, ее пока нет. Короче, смысл в том, что он позволяет лет писать внутри конда. Вот и все. То есть ты пишешь вот так вот. Это должно быть в стандартной кложе вообще 100%. Не знаю, почему этого нет. Так, что у меня опять не влазит вот эта вот штука? То есть кожа живет и не умирает, это всякие, смотрю на всякие Affins Research, ROM Research из хайповых, и как-то мотивирует начинать ее изучать. А ROM Research, да, самый такой большой, наверное, живой проект. Ой, ну как бы, ну камон, не, на коже как бы, да, полно. Он, ROM Research, это тот самый большой, который DataScript использует. Вот. А вообще, я думаю, кожа все хорошо, да, она не умирает, она, там есть сотни компаний, которые используют, вот, так или иначе. Окей, так, назовем это так вот, токен REST P. Окей. А, здесь вот давайте, кстати, назовем это tokens, чтобы не путать, да? Вот такое мы сделали. Дальше, если у нас пустая строка... Сейчас хочу обработать все крайние случаи, типа... Блин, не. Сейчас ничего не надо делать. Сейчас вот как раз пошел алгоритм. Тут надо как раз алгоритм. То есть в зависимости от того, что у нас за токен. Ну давайте напишем end count token. Типа это одна буква, да? Нам нужно что? Допустим, S. Пич еще из скайповых, они как раз закрыли. Вакансии, по-моему, у них всегда есть открытые. Или звездочка на самом деле регэксповый плюс. А звездочка, регэксповая звездочка.
То есть 0 или больше. То есть вот здесь вот этот кейс показывает, что C-звездочка полностью игнорируется. Вот. Значит, нам сейчас нужно что сделать? Нам нужно сказать... Не знаю. Равно... Короче, либо... Если у нас нужно один символ какой-то, да, но пустая строка, то false. Если нам нужно один символ, да, здесь вот если, короче, единственный символ, который нам нужен, это точка, да, если это точка, то мы идем в рекурсию. Короче, вот рекурсия началась. Subs S1 и REST. Вот так вот. Вот. Если... Если это только один символ и равно first S token, да, то идем опять же матчить дальше. То есть если... Вообще можно вот это вот убрать, потому что first S как бы... Кстати, надо проверить вот что. Равно, допустим, вот так вот, не равно, да? Окей. Токен у нас при этом строка. Правильно? О чем он показывает? А, я просто переключался. First. Да, вот так. Ну, окей. Whatever. Значит, вот так вот. Значит, мы... Это значит, что типа продолжаем. Это значит, что продолжаем. Это ничего не значит. Здесь false завершили, здесь true завершили. Значит, если первый символ строки совпал с токеном и... Окей, есть ощущение, что здесь нужно, короче, сделать ветку. Значит, если у нас только один символ, здесь мы начинаем другой, да? Значит, пустой. Точка. Вот так. Совпало. Упс. Иначе false. Окей. Это мы отработали случай, когда у нас не звездочка. Ну, допустим, мы вот так вот можем написать и попробовать так, это все запустить. Сейчас вот это еще закроем. Too many arguments to if. Что-то с if не произошло. А почему? А, потому что здесь вот у меня не сработало, да. Так, вот так. Такое странное выравнивание. Здесь вот else не будет, потому что это if у нас. Спускаем. Да, что-то не сработало. Нил вообще где-то появился. Почему Нил? Как у нас Нил мог появиться? Нил? Но у меня же везде true-false. Тогда символ звездочка могут быть в паттерне, а в строке уже ничего нет. Да, могут быть. Но здесь... Вот это вот условие отрезает звездочку пока что. Да, но мне, короче, что-то здесь не то. А...
Где задача посмотреть? Задача... вот она. Сейчас я ее скопирую куда-нибудь сюда. Так вот. А можно даже сюда скопировать. Что, в общем-то. Короче, мне нужно понять, откуда у меня здесь происходит... Кстати, можно рекур позвать вообще. Давайте рекур позовем. Не, рекур. Можно ли позвать рекур здесь? Не, нельзя. Ладно, whatever. А, значит, я знаю, да. Короче, я натупил тут. Вот так надо сделать. Во, пошло. Значит, теперь мы валим... Мы все еще валим три теста. Ну, потому что звездочками не поддерживаем. Окей, значит, здесь давайте сделаем комментарий. Not звездочка, да. А здесь, значит, скорее всего, здесь какой-нибудь лет будет. Поэтому мы вот так сделаем. Значит, char let char. Скорее всего, здесь будет cont plus. Давайте так уж скажем. В конце плюсе будет лет. Значит, подскажите задачу, что ли. Вот же сообщение выше, или не видно сообщение выше? Может быть, не видно сообщение выше? Вот так вот. Да, окей. Без проблем. Без проблем. Значит, char это у нас str first token. Значит, это то, что мы будем матчить. То есть это вот этот x, да, что в нем написано. Знаешь, какие у нас варианты? Какие у нас варианты? Здесь нам нужно что? Нам нужно вернуть OR на самом деле. И в этом OR будет несколько вариантов. Ну, типа, нам нужно сначала... Только что подключился. Что за задача? Да. А можно это закрепить сообщение, интересно? Нет? Followers on the chat, deleted messages. Ну, не знаю, короче, если знаете, как сделать, подскажите, чтобы все видели историю, чтобы можно было видеть чата. Ну, типа, жадный алгоритм, это значит, что мы сначала должны попробовать x. Все-таки я напишу char matches as и нам нужно будет вот это вот условие на самом деле. Да. Или мы можем как-то похитрее сделать. Сейчас прикинем. А, мы можем вообще хитрее сделать, да? Мы можем просто заабьюзить рекурсию. Значит, оставить S. А здесь сделать сейчас cons, по-моему. Ну-ка. X is first element of token. Вот так вот сделать. То есть либо она матчится, да? То есть либо та же самая строка матчится. Ну, грубо говоря, мы меняем x звездочка на xx звездочка. Вот так вот мы меняем
токены. Давайте, кстати, здесь вот это сделаем. Комментарий про это. А здесь мы сделаем... Что мы сделаем? Я решал, я давно писал на куче языках, но кложу совсем нечитабельный. А, либо... Либо мы можем эту звездочку просто выкинуть, правильно? Matches as rest. О, вот так вот. Ну, даже красиво. Ну, то есть в таких задачах главное все, чтобы все в итоге красиво завернулось. О, опять нилы пошли, да? Нилы — это нехорошо. Ну, как нехорошо? А, здесь, конечно, конт плюс не нужен, но пусть будет. Значит, почему пошли нилы? Хороший вопрос, да? Или нехороший? Мы вообще все сломали. Ну, здесь, типа, у нас их звездочка просто... ни во что превращается. Так вот. Нужен ли нам этот чар? Да, чар нам здесь нужен. Значит, рест у нас должен быть здесь. Строку мы не меняем. Откуда Нил? Опять что-то где-то я намудрил. Не. Эх, ну вот, такой вот из меня программист. А, ну потому что, блин, потому что, да, я забываю, что... В if не нужно писать else, а в конде нужно писать else. О, все работает. Решили. Сейчас следующая задача. Так, надо как-то их именовать только. Давайте назовем ее... Ну, давайте назовем ее, как она называется здесь. Regular expression matching. Да? Вот так вот. Переименуем файл. Айдишников-то там нет. Переименовали. Тут, кстати, где-то можно типа так, что ли, сделать. Ну, как-то так. Whatever. Да. А, ну теперь у нас main нет, но main мы сейчас добавим сюда. Сделаем nstwitchMain. И здесь будет у нас вот этот main, а значит, нам нужно сделать будет require Session, все, работает, это чтобы этот файл сохранился куда-то там. Если решение хранилось разным пакетом, называю их питкод 10. Да, но я что-то, короче, не понял, где тут ID-шник. А, вон же 10. Может, надо реально 10 куда-нибудь вписать. Ладно, whatever. Давайте следующее. Слишком легко. Слишком легко. Не вижу, сколько надо задонатить, чтобы все на раз не переписал. А Rust я знаю плохо. Я один раз на нем писал и не дописал. Ну, писал и дописал, но знаю я плохо. Это будет мучение. Красава, что решил. Для большинства это совсем неподобные задачи. А чем, кстати, Python не мил?
А питон не мил. Всем мил. Чем не мил-то? Сейчас вот это спрячу, может быть. Питон отличный, но я типа лучше умею кложу. Но я недавно перешел на написание скриптов на питоне. Ну, именно имеется в виду вместо bash скриптов, я пишу скрипты на питоне, которые запускают там run то, run все, короче, это вот очень, очень, очень удобно и прикольно. Вот, написал билд-систему, которая без Maven собирает Java, на Java, просто Java и Java дергает, вот, вообще, тоже работает, типа я собираю проект быстрее, чем Maven просто запустится и начнет там вдуплять, что ему нужно сделать. А у меня за это время уже типа весь проект собран. Вот. Ну вот, я думал, тут в Доту будет играть. 23, заебись, задача. Для внешней сортировки гигантского файла можно, например, использовать идеи. You are given an array of k linked list lists. Each linked list is sorted in ascending order. Merge all the linked lists into one sorted linked list and return it. Вот, кстати, да, вот здесь вот возможно, что нужно на питоне решать бы, наверное, да? Потому что в Clojure что? Ну, вот это вот ерунда с присваиванием туда-сюда, короче, это будет очень неудобно сделать. В Clojure это все иммутабельное в первую очередь. И возможно, что эта задача как раз для питона удобнее, так что можем попробовать тут пописать. Равно lists lengths. У нас до 10 в четвертой списков. Мне нравится тут. А, не, вот нормально, это нормально, да? Примерчик. Ага. Короче, давайте на питоне это заделаем. Заодно и на литкоде запустить можно будет, там в тестах бывают хорошие корнер-кейсы. Ну да. Сейчас запустим, что делать-то. Пойду водички налью себе и погоним. Сейчас будете питон синтаксис мне помогать вспоминать. Так, но ну я все равно начну писать в этом самом Sublime, потому что я не, ну, типа, здесь кнопки лучше, здесь кнопки удобнее. Так, что мне видно, да, видно. О, мне кто-то задонатил. Блин, а как? А, черт. У меня сложный сетап из двух компьютеров разных. Никогда за это 200 рублей. Блин, а где смотреть-то? А 200 рублей. Altmind на питон. Ура! 200 рублей. Altmind, спасибо. Я надеюсь, на стриме там была картинка, да? Но, у меня на рабочем ноуте ее не видно, потому что, короче, неважно. Да. Я могу не сразу заметить, но я посматриваю на второй ноутбук. Я не знаю, как сделать. Я дед-старпер, короче, я не знаю. Да. Сейчас видео. Очень хороший поинт. Давайте сместим видео на. Мне нужен OBS, да? А что, в смысле? Ну-ка, OBS давай сюда. Оп. Так вот, например. Вообще можно. Пусть время будет так вот. 200 рублей. О, и скрываем его. Супер. Погнали, да? Значит, мерч кей лист. Ну, по идее, тут все очень просто. И я, честно говоря, не вижу.
проблемы особенные. Типа, нам нужно что? Нам нужен, значит, result. Сейчас соображу. Linked list — это значит, что он, типа, скидывается в... Может, мне нужно здесь какие-то звуки? Вот у меня. Ну-ка. Будем надеяться, что какие-нибудь, может, звуки там происходят. Когда донат приходит. Так, значит... Linked list — это значит, типа, у него на следующее есть ссылка, да, бла-бла-бла. Короче, решение это очень простое. Мы храним n pointers на каждый лист. По сути, мы храним вот такой же лист с... Можем, кстати, его, наверное... Нет, короче, нет. Я просто знаю, что в Python, как это, есть подвох, когда тебе передают что-то в функцию, список какой-то, ты возьмешь его и запортишь, да, вот так мы не хотим делать. Если в клажуре очереди с приоритетом? Наверное. Есть sorted map, есть что-то priority map, что ли, или что-то такое, но в виде библиотеки, по-моему. Какая-то sorted map есть в стандартной библиотеке, какая-то в виде closure, как она там называется, closure contrib или как-то так. Ну, такая полуофициальная. Вот. Одна из них по ключам, а другая по значениям. Не помню, где какая. Но вот что-то такое есть. Значит, что нам нужно? Нам нужны pointers. Надо скопировать как-то список, да? Давайте посмотрим. У меня здесь, кстати, питон-то вот настроен даже, в принципе. А нет, не настроен. А что такое лист? Может, надо маленький лист посмотреть? Ага, это похоже на лист. Как скопировать лист? Я не знаю, да? Может, можно просто скопировать? А, наверное, просто лист. Вот так вот, да? Это, наверное, копия. Хип был бы очень полезен, чтобы доставать быстро и засовывать обратно за недорого. Курл. Ну-ка, нажмем на ссылку. Да, но про плюсик я, типа, помню, как будто бы. Ладно, погнали дальше смотреть. Значит, это у нас pointers, да, это типа где мы сейчас находимся. И просто ссылки на next менять. А имеется в виду типа собрать итоговый список из исходных элементов? Не-не-не, это очень плохо. Вообще менять исходный список очень плохо. Вообще трогать то, что тебе передали, очень плохо. Это то, чему учат Clojure. Лучше так не делать. Еще один донат, ура! Метабет. Короче, еще один донат. Два доната. И братуха-борцуха. Так, на звук это, кстати, не происходит. Ну ладно. Вот. Но типа, ребята, спасибо огромное. Для меня это... Очень новый опыт и очень прикольный. Вот. Да. А я типа к следующему разу разберусь, как мне более надежно видеть, когда чоп куда приходит. Вот. Ну, типа, у меня открыт стрим, но он без звука, поэтому я на другом экране, поэтому я его пропускаю. List copy, например, my list или list copy. А вот так вот не будет работать? Ну ладно, давайте копию сделаем. Окей. Whatever. Это не очень интересно. Значит, нам нужно создать рез. Блин, проблема только в том, что
Давайте сделаем типа head равно list ноди, да? С каким валом, не очень понятно. Но теперь нам нужно сделать for ноди. Сейчас я неправильно напишу for in pointers. Допустим, да. Нам нужно, короче, наша задача найти минимальную ноду. Делай без копирования, иначе это решение пошлют в дополнительную память. Не, ну это неинтересно. Не пошлют. Может, пошлют. Мы таблицы с эффектом, конечно, хорошо, но не для этих задач собеса. То есть это предположение такое, что типа нужно прям вот эти все списки типа перевязать правильно, да? Блин, ну это хитрее, наверное. Ну давай попробуем, давай, что, как бы мне действительно, это же не в продакшн отправлять. Почему бы не создать новый? Ну, я так и начал, но вот Spectromancer говорит, что нужно исходные фигачить. Давайте сделаем отдельный, а потом, если что, переделаем на неотдельный. Да? Значит, что мы? Вот мы типа идем по поинтерам. Нам нужно найти минимальную. Да? А в питоне, может, какой-нибудь есть min? Вот это key. The key argument specifies the one argument ordering function like that used for list sort. Типа вот это мне как будто нужно, да? Блин. Key. Key specifies the function of argument that is used to extract the comparison key. Вот. Допустим, короче, значит, ну, окей, пока что это будет first, это нам нужен min, pointers, lambda, n.val, да? Это мы нашли, типа, минимальный pointer. Блин, а что дальше-то с ним делать? Как его присвоить? Как его присвоить? Типа мне нужен индекс, получается, да? Ну окей, придется писать список, значит. Как сделать список? Range, да? Как-то так. Минвал равно, так, что там по минвалу, значит, list, the sum of list lengths минус 10 в четвертый. Ну окей, давайте назовем минус миллион, допустим, я не знаю, там int min value или что-нибудь такое. Значит, min или x равно минус 1. Давайте. If, короче, pointers и t и, а, там же end, да, типа, если это не null и pointers и t val меньше минвал, тогда мин и dx равно и минвал равно вот так вот. Это типа мы нашли пока типа первый наш элемент. Там от нуля. Ух, я чё от нуля? Len pointers. О, окей. Я же говорю, я в питоне так себе. Range len pointers. Окей. Не-не, почему от нуля? Вот же написано от минус 10 в четвертой.
То есть от минус 10 тысяч до 10 тысяч. Так, мы нашли, короче, первый элемент, да, что нам с ним теперь делать? Вокруг этого потом какой-то цикл образуется, конечно. Tail равно head пока. Значит, tail... Сейчас. Tail равно min val. Да. Pointers итая равно next. У них есть do while или нет? Как делать while в питоне? Ага. И break. Break тоже есть, да? Есть break? Должен быть break. Короче, break вроде тоже есть. Окей, иногда мы делаем, значит, while true, вот так. Короче, if min idx break. Здесь мы будем возвращать head явно. Значит, tail val равно min val. Сейчас. Еще pref нужно, получается. Да. Ну, как-то так, допустим. Не знаю. Head вообще не нужен. А, нет, head нужен. If pref. Не-не-не, что-то не то, какая-то ерунда. Сейчас. Вообще говоря, мы должны делать вот так вот. Вообще говоря. Здесь вот у нас следующее. Если head еще не создан, то есть это самый первый элемент, да? А, ну в любом случае создать нужно этот элемент. Да? Да. Окей, значит, мы говорим node равно list node, значит, min val и... И надо, да. Окей, вот так вот. Значит, если tail у нас пока не создан, значит, и head тоже не создан, значит, head равно ноде, tail равно ноде. Теперь tail у нас точно есть. Да. И больше здесь пока ничего не надо делать. А если же tail уже был, tail next равно ноде. Вау, вот так вот. Закинься в списке. Ладно, короче. Похоже на правду. Будет работать? Мне кажется, должно. Питон 3, что нажимать? Вот это нажимать? Name true. Ну, конечно, блин. А где true еще? Надо локально, наверное, да, потестить это все. У меня потому что вернулось. Да, ерунда. Давайте, короче, локально потестим. Блин, создавать. Не, ладно, не буду локально тестить.
Ну, это потому что не список же, а вот эта ерунда. Так, значит, pointer мы создали. Head, короче, у нас none. Tail равно тоже none. Ну, здесь как бы нет смысла особо выпендриваться. Пока true, значит, минимальное значение такое, минимальный индекс минус один. Мы бежим по всем нашим поинтерам. Если pointer val меньше, чем min val, да, если типа, ну, мы типа ищем минимум. Здесь пока вроде все честно. Если мы ничего не нашли, то, значит, поинтеры у нас закончились. А, стоп. Вот здесь, я, здесь потому что плюс надо. Что это я гоню-то? Плюс миллион. Мы же минимум ищем. Non-type has no attribute next. Да, это, кстати, интересно. Что произошло? Так, мне нужно, наверное, вот эту страничку смотреть, потому что я опять сейчас пропущу. Парень, сердечко! В чем кайф бокового меню? 54. Какого бокового меню? Sublime, что ли? Или, или в чем? Или, в до, или про док речь? Непонятно. Если про док, то экономит вертикальное пространство. Экран же широкий, но не... Но невысокий. А если про Sublime, то удобно, что текст не, не нужно голову влево вертеть. Ну, может быть, я не понял. Так, буду. Так, окей, значит, если main index равно 1, ноду, короче, если tail у нас еще не создан, то мы создаем... А, я где-то, наверное... Здесь вот забыл сделать что-то типа tail равно ноде. Вот так вот надо сделать. Ну, не знаю, как с вот этой ошибкой будет. Отступы решает в питоне. Да, но вот это я явно забыл сделать. Короче, мы создаем новую ноду. Если tail еще не заполнен, то есть это первый ход, мы ставим... Так, вот это, в принципе, можно уже убрать. Просто head у нас будет, это наша новая нода, а иначе tail next будет наша новая нода, и tail станет наша новая нода. А дальше вот эта вот ерунда. Pointers ita почему-то у нас none. Да, но по идее у нас не может быть min index. А, потому что здесь не i, а min index. Во, все. Так вот. Yay, accepted. А что дальше, как нажимать-то? Test case. Что там? Use example test cases. Run коде. Все типа правильно, да? И нужно нажать submit и посмотреть, что будет. Я так понимаю. И мне какие-то результаты даст. Ну, посмотрим. Accepted. Runtime. 7 секунд памяти, 18 мегабайтов, Python 3, ugly number 2. О, не знаю, что значит. Звучит не очень. Ладно, ну что, типа сделали, да? Надо как-то это сохранить, что ли, я не знаю. Давайте сохраним это в папку Twitch, назовем это все вот так вот. Я submission сам слово не нужно. И здесь, наверное, нужно использовать подчеркивание. Короче, чтобы главное, чтобы не потерялось, да? А, ну здесь, кстати, можно номер задачи, наверное, включить. Да, все-таки номер задачи сделаем так вот. А в коже я не могу начать с цифры namespace. Поэтому пока так. Попробуй создать header на лист ноды и возвращать head next. Какое-то решение помойное. Что помойное? Это отличное решение. Что с ним не так? Как еще это лучше сделать?
прекрасное, по-моему, решение. Медленное, что пипец. А как быстрее? Для каждого элемента проходить все списки. А как быстрее? Ну, может быть, но не, это уже не так интересно, мне кажется. Звездочку-то не дадут за это. Так, ладно, давайте снова hard. О, галочка появилась. Прикольно, прикольно. Reverse Nodes in Key Group. Ого. С картинками. Ну что, в питоне придется писать, что ли? А? Ну, в чем смысл доната тогда? В питоне, да? Ну, давайте в питоне, да. Ну, короче, ну, галочка, конечно, это прикольно. Очень хочется галочку видеть. Может, я все-таки реально как-нибудь в JS буду компилять в следующий раз. Кложу. Блин, это кложу скрипт, значит. В принципе, кложу, чистую кложу без библиотек скомпилять в кложу скрипт вариант. Не, не вариант. Будет 300 килобайт JavaScript. Окей, ладно, поехали к следующей задаче. Собирать донаты на ипотеку или бассейн. Сейчас посмотрим, почитаем задачу. Может быть, я все-таки ее тоже в коже сделаю. Но пока вот эти вот там поинтер, перекинь, присвой, короче, это, конечно, в коже все отвратительно решается. Типа, смерджить кэш сортированных списках в коже решается хорошо, но если тебе дана вот такая структура с поинтерами, конечно, оно решается гораздо хуже. Вот. Поэтому такая история. Given the linked list, reverse the nodes of the linked list in k at a time, return its modified list. Блин, у нас опять будет та же херня. K is positive integer and is less than or equal to the length of the linked list. Number of nodes is not a multiple of k, then left out nodes in the end should remain as it is. You may not alter the values in the list nodes, only nodes themselves may be changed. Ой, очень, конечно, надуманная задача. Очень странно видеть. Can you solve the problem in O of one extra memory space? Maybe. I don't know. На это надо подумать. Сейчас давайте просто какое-нибудь решение придумаем. И, кстати, мне интересно, что там по acceptance rate. 45. Это значит, что типа ее куча людей решают, да? А вот это что значит? Это значит, что есть решение, что ли? Ну ладно, это должно быстро. На литкоде часто очень слабое решение, чтобы даже брутфорс решения проходили. Ну, окей. Для этого как бы стримы есть, чтобы ну, по фану попробовать, а не, там, не парить себе голову ограничениями и удобствами реального мира. Ладно, погнали. Значит, нам нужно развернуть пока нот, ну типа... Допустим, и у нас типа константная память с двумя указателями, можно быстренько решить. Сейчас я соображу. То есть, по сути... Мы сейчас, ну да, если можно править ноды, конечно, все довольно просто. Мы типа берем, сначала выкусываем кусок списка, да? А потом бежим внутри этого списка и, короче, next переворачиваем в обратную сторону. Окей.
где-то были еще по каждой задаче список решений людей, отсортированный по времени выполнения, чтобы уж по полной. Ну, может быть, наверное. Вот тут submissions какие-то есть. You don't have submissions yet. Subscribe to unlock. Discuss. Ну, короче, не знаю. Не знаю. Брутфорсом их долбить такое себе. Ну, а как еще-то, как бы, типа, ты, типа, сам придумал себе ограничения и сам решил задачу? В чем смысл-то этого? Так. А чего не пойти на хакеран какой-нибудь, то есть туда, где есть кложа, как вариант сдачи? Может быть, пойдем в следующий раз на хакеран. Посмотрим, что это такое. Звучит классно. Но непонятно. Practice Code Skills. Ну ладно, посмотрим. Что, скучная задача? Не скучная. Делаем, не делаем. Наверное, можно сделать, да? Что, вроде как бы. Ну, что нам нужно? Ну, наверное, нужно проверить, есть ли, типа, к элементов, да? А то я разворачиваю, а их там потом не окажется. Ух, муторные эти задачи, вообще неинтересные при том. Ну, не знаю, давайте напишем функцию hasK. И здесь будет у нас... Да, и типа... И равно нулю. While head. Head равно head next. Плюс-плюс и. И меньше k. То есть, допустим, return head не равно none. Так, сейчас проверим. Допустим, k это 1, да? Мы заходим в 0. Head у нас есть. И 0. Head это head next. И это 1. Еще один, и меньше k не выполняется. На самом деле это просто true, по-моему, так вот. Да, допустим, 2. Single element in sorted array. Ладно, посмотрим следующее. Посмотрим. Так, допустим, типа 0 head, head равно next. И 1 head. Не, стоп. Еще. Что-то ерунду, да, написал какую-то. Так.
Чё, опять донат продолбал. Опять донат продолбал. Ууу, Altmind, ура, привет. Не все сообщения из Твич-чата отображаются на стриме. Чего-то меня не видно. Ну, пиши донаты. А я не знаю, честно говоря. Это вот типа чат из... Что тут сделать? Модераторские иконки, модератор экшен. А вот здесь еще какая-то switch to non-mod settings. Chat filters off. Chat appearance. Readable core. Ну, я не знаю, что еще сделать. Ну, давай зайдем вот сюда. Twitch Никитонский. Здесь где-то должен быть чат, да? Я вообще твоих не вижу сообщений. Может, ник другой? Notification, my channel, achievement, еще какая-то херня. Короче, я ничего специально не делал. Если они не отображаются, я не знаю, что делать. Такая беда. Так, ладно, что, значит, типа, если ХСК бла-бла-бла, что нам нужно? Я не знаю, begin, наверное, нужен, да? Блин, компьютерная задача, ох, вообще, ох. Она не сложная, она какая-то просто очень-очень муторная. Как с off by one errors, только со списками. Я, например, как перевернуть список, только очень неудобно, потому что тебе нужно здесь запомнить, там запомнить, бла-бла-бла-бла. Вот. Ну, значит, что нам нужно сделать? Как вообще переворачивать кусок списка? Нужно что-то порисовать, да, наверное. Порисовать, что ли? Ну, давайте посмотрим, как там whimsical. Давайте порисуем. Twitch не разрешает чат, если ты через VPN сидишь. Я не через VPN сижу. Но ты, видимо, через VPN сидишь. Печально. Так, ну что, давайте сделаем здесь flowchart. Значит, что нам нужно? Нам нужно еще, наверное, назовем это нодой 1. Блин, не-не-не, сейчас. Сорян. 1. 2. Сейчас мы сделаем решение на картинке. 3. Что, достаточно? Давайте 4 сделаем. И будем по 3, короче, сортировать, да? Значит, у нас идет вот так вот стрелка. Так вот. Да? И вот так вот. Осталось только границы этого кусочка найти, развернуть кусочек печка. Да, но там типа, допустим, у нас K, короче, это 3, да, это вот это вот. Вообще, на самом деле, сейчас придется 0 сделать. Проблема просто в том, как это все связать и что кого делать. То есть сейчас мы сделаем, сейчас, это я сделал то, что есть, а теперь то, что нужно. Нам нужно, чтобы 0 ссылался на 3, правильно? Вот так вот.
Пунктир это будет новая связь. 3 ссылался на 2. Так. 2 ссылался на 1. И 1 ссылался на 4. Вот так вот. Удали часть списка, разверни, вставь на место. Ну, типа того, да, типа того. Что хочется это... Типа, ну, можно разбить это на элементарные операции, но не знаю. Еще засада. Сейчас, еще проблема в том, что мы идем типа слева направо, да, допустим, мы берем вот эту штуку и запоминаем ее явно. Дальше мы берем вот эту, перевытываем ее. Берем вот эту фиолетовую. Дошли до конца. Там надо еще хед сохранить. Ну, короче, такое. Значит, погнали, да? Как это? Погнали. Че погнали-то? Давайте. Где я писал еще? Так, хакер ранг. Ну, хакер ранг потом куда-нибудь посмотрим. Begin. Пока begin — это наш head. Это будет вот эта нода, с которой мы начали. Да. И... Клажа. Current это тоже head. Значит, дальше что мы делаем? If current не равно begin. И меньше k минус 1. То это значит, это средняя нода, да? Ей мы просто ставим next на prev. Окей. Current next равно prev. Else, это как там, elif, да, есть такое, elif. Значит, если и сравнимо, то есть это последняя нода, да, как тут комментарий в питоне, я уж не помню. Last middle. Окей. Okay. Если это последняя нода, вот эта вот, да, то, вообще говоря, ей тоже надо поставить на prev. А. Вот этого нет условия у нас, значит. Ну, типа, вот мы канод... А, теперь сейчас еще. Prev равно current, current равно prev current next, извините. Так, типа, вот мы прошли. Теперь нам нужно перевязать... Блин, мне нужно еще предыдущий пользователь помнить. Ладно, сейчас, что мы можем сделать? Мы можем поставить первой ноде next, да? Теперь begin next равно current next. Типа current, вот так вот. Да, потому что на нулевом шаге мы типа уже на следующий. Да, current это будет как раз вот эта нода у нас в этот момент. И нам нужно вот эту ноду поменять. То есть это то, с чем мы зашли. Здесь есть еще один список, правильно? Ух, как сложно, ух, как сложно. Буду ли я переиспользовать входные списки? Ну, я уже переиспользую.
Там в условии задачи написано, что нужно исправлять ноды. Nodes themselves may be changed. Вот. Потому что эти поинтеры гонять это сложно, а если бы я просто значение переставил, это было бы, конечно, гораздо проще. Так, как у нас называется? Group, да? Group begin равно head. Давайте group begin равно head. Group end пока не очень понятно, чему. Ну, допустим, group end равно... Пока не знаем, чему group end будет равно... while хаска group begin. Короче, если у нас есть все еще есть k, давайте вот это все сюда. Begin это значит group begin. Group and сейчас. Ну, короче, нужно скопировать вот эту штуку для того, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть, если мы начинаем с вот этой. Значит, это очень плохо все. Это очень плохо. Так, ладно. Не знаю, короче, мы начинаем либо с group end. Да, вот здесь вот мне нужно поставить, значит, begin next. Begin next. Это, типа вот это. И, блин, да чё ж я все время, короче, с браузером неудобно, если ты, короче, не помнишь, короче, когда программируешь во вкладке, хочешь нажимать Alt-Tab, хотя ты уже в браузере, ты воспринимаешь, что это два разных приложения, это одно приложение, два таба, и это, конечно, неудобно, да. Group end равно... Не-не, что с group end? А, group end, короче, мне нужен вот этот. Это prev, да? Допустим. А group begin равно current. Ох, как я запутался! Ох, как я запутался! Здесь еще просто цикл в цикле, и это все очень-очень-очень плохо. Мне нужен конец предыдущей группы, да, и начало текущей. То есть это типа... Last group end, вот так вот. А здесь у нас должен быть group begin, да, потому что это начало новой группы у нас. Типа вот это и вот это нас волнует. И в конце нам нужно group begin. Да мне этот begin вообще не нужен, получается, да? Это один и тот же begin у меня.
Ну вот как-то так. Единственная проблема это еще с тем, что а что теперь вернуть? Даже совершенно задача пропирающая связана списка. Находить человек, сука, совершенно отбирает. Ой, ну, типа, да, понятно. Не, у меня нет такой задачи решенной. Что нам нужно? Короче, верни голову в списка. Ну, да, проблема, короче, в чем? Что мне нужно вернуть вот этот элемент. То есть здесь нужно где-то написать new head. New head равно пока просто head. Да? И, короче, вот здесь вот, если new head, так, окей, new head, вот так сделаем, if not new head, типа, если это первая группа, потому что нас волнует только первая группа, new head равно, соответственно, prev, да? Здесь мы говорим new head or head. Как-то так. Ну, не знаю, давайте посмотрим. HSK is not defined. А что, нужно self писать, что тончик. Your input. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Output. Да, я ничего не перевернул. Так, что тут чат ожил. Так, да. Верни голову списка. Перевернуть чан дополнительный гемор. Перевернуть чан это medium на литкоде. Ну, стек или рекурсия. По-любому связанных с задачей сета. Извиняюсь за голову вопроса. В Python есть префиксный инкремент вида плюс-плюс и на 11 строчке. А почему нет? Ненавижу сингл-линк листы. Нет, в питоне нет, только и плюс один. В смысле только и плюс один? А ты что он скомпилял тогда? Может, в этом и засада? Ха-ха-ха. Null is not defined. Ну да. Тяжело писать на многих языках сразу. Опа. И слишком быстро попробовал. Фигась. Begin is not defined. Ну да, потому что он теперь group begin называется. А что такое плюс-плюс идеала? Почему ошибки не было? Мы зависли. Да. Ну что, бесконечная где-то цикл у нас. Классика. Потому что здесь вот неправильно. Здесь вот нужно так сделать. Пробуем еще раз. Очень муторная задача. И вообще неинтересно. Регэкспо хотя бы интересно. У тебя регэкс получается. Нет, все равно. Бесконечный цикл. Так, ну ладно, давайте посмотрим, что у нас там. Group begin, да? Вот у нас, короче, current это group begin. Prev это none. Значит, если current не равен group begin, то есть все, кроме первого. Current next. То есть этому next мы не переписываем, что он сюда должен вести. Этому next мы переписываем, этому next мы переписываем, да? Дальше мы переписываем group begin next на current. Prefer на current, current на current next. Group begin next мы переписываем на current, то есть сюда. Дальше head запоминаем, если нужно. Last group end. Вот я вот эту связь я не сделал, да, получается. Если, короче, был last group end, где-то здесь должен быть. Если был last group end, то last group end next равно group begin. Вот это вот мы забыли.
предлагаю сделать как production, конверти в питоновский вектор, сделай работу и создай новый список из вектора. Ну, это да, звучит классно. Что теперь-то не работает? Что не работает? Last group end равно pref, то есть вот это, а типа next group begin равно current, это вот это, да? И дальше, если мы... А дальше current снова group begin. А майнстаким решением тебя не возьмут фанги. Да, return new head или head. Это на случай, если мы ничего не... ни разу не зашли в список, правильно? Чего неправильно? Какой у нас тест-кейс? Раз, два, три, четыре, пять. Да, и пять. Окей. Начинаем с хеда. Предыдущий нан. А предыдущий где используется? Ну да. Логично. Логично. И in range k, да, вот это и у нас нигде не используется. Главное, что нам нужно сделать аннотирации. Если current не group begin, graph равно current, current next равно pref. То есть у этого next будет смотреть в pref. Вроде правильно. Потому что вот я меняю next, а потом пытаюсь его читать. Ох. Да. Так вот нужно сделать. Отвратительный код, конечно, вообще никому не рекомендую его. Ага, вот, что-то уже получается. Мы вывели 2, 3, 5. О, прикольно. Чувствую, как синдром самозванца проходит. Отлично, но в этом и смысл был, чтобы... Ты смотришь, как другие программируют, вместо того, как они рассказывают о том, как они программируют, это типа тебя возвращает в реальность немножко. Ну что, мы где-то голову продолбали, да? Но больше вроде такой ошибки у меня нет. Я тоже радовался, когда смотрел, как тужится Uncle Bob. New next current. Здесь вроде все нормально, правильно? Pref, current, begin... Group begin next мы вроде нигде не смотрим. Да, о чем мы продолбали? Мы потеряли единичку. То есть, типа, мы взяли. Мы продолбали где-то единичку. Last group end. Если он определен. А, стоп, а group begin я правлю позже, правильно? Тупица, привет! Пришел посмотреть, как сеньоры пишут код. Ага. Да-да-да. Ну, мы взяли задачу на связанные списки.
И пока что, минут 40, наверное, да, уже сидим, сколько с ней. Очень муторно, очень муторно. А, где-то у нас теряется полсписк. Group begin next. Group begin next. Вот этот next мы ставим на current. New header на prev. Если last group end, то есть если у нас есть вот этот указатель, то его next должен показывать на prev тоже. А, стоп, вот здесь вот. Так вот, накосячил. Хо-хо-хо, так может сейчас заработает? Нет, уже лучше. А, единичку мы потеряли, но типа было 3 элемента, стало 4, вот, отлично. А на кложе легче было бы. На кложе вообще, типа... Вообще смысл всех, всей этой ерунды со связанным списком, я не знаю, типа связанный список — это структура данных, которая в принципе в продакшене не используется. Это, ну типа, ее не существует. А уж задача развернуть связанный список тем более не существует. То есть здесь, ну, все, что тестирует эта задача — это внимательность. Естественно, как бы... На нормальных структурах данных это решается там, вот так вот. И декомпозируется тоже, да. То есть, когда у тебя список, ты можешь его разбить на чанки, опять же, собрать из этих чанков новый список, переворачивать чанки, просто меняя там, не знаю, в массиве элементы свопом, и это все в две строчки пишется. Здесь у них типа условия, что ты не можешь так делать, ты должен вот эту вот точку next ходить и перекидывать. Вот. Ну, ну да, 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 да. Closure lists они в Closure не используются. Но Closure lists они немножко другие. Они, у них ссылка в обратную сторону. У них next ссылается на предыдущего, чтобы ты мог добавлять в начало, и у тебя концы были иммутабельными. Вот. Что там мы где-то еще забыли, да? Короче, у нас теперь нету почему-то. Может быть, new head мы теперь неправильно присваиваем, да? Давайте посмотрим. Вот в этой вот всей конструкции new head у нас будет вот здесь. А, мы вообще, кстати, мы new head-то мы правильно присвоили. Два. Один. Кстати, да, вот все, кроме первого списка, у нас все хорошо. Два, четыре, три. Вот здесь единичка только потерялась. Off by one. Не, ну да, да. А, off by one, да, все правильно. У нас потерялась единичка, да, единичка это типа условно вот эта вот херня. Не, это вот эта вот херня. Она должна быть типа это конец группы, да, конец группы это... Что это у нас? И in range k. Что там, кстати, range k? Он два числа же возвращает, я надеюсь. Главное, Python 3. Range 2, 2, 0, 2. Стоп. Блин. Очень удобно, да. Два числа, все нормально. New head, видимо, неправильно подставился. Бла-бла-бла. Окей, whatever. Значит... Что, погнали по новой, да? Значит, единичка — это конец элемента, и у него должен быть... Это как раз group begin, да? Вот это вот. То есть на него не выполняется current next. Это group begin. Как мы с два? Так, надо, короче, нарисовать
Наверное. Ну, типа у этого next должен быть сюда. Я бы забил на задачу, а сеньор бьется до конца. Ну, обидно. Что забивать-то? Обидно. Так. То есть где-то вот в этой вот. Здесь же можно типа pref не равно нан написать, наверное, да? В общем-то, это одно и то же. На самом деле, я очень хочу поссать, но типа поставил себе условие, что нужно решить эту задачу, а потом пойти и поссать. И это сейчас добавляет адреналинчика очень сильно. Так, ну new head, короче, это фигня, да, last group end. Возможно, что единица перетирается, когда мы, типа, конец. А я могу здесь написать, типа, 3, да? Они мне покажут про... А, блин, для трех ты работает. Так, окей, ладно. Ладно. Линк-лист используется в React Fiber. Сочувствую ребятам. Так, давайте сделаем, короче, задачу, которая там реально имеет место быть. А это... 5 элементов, да, по 2, и k равно 2, короче. Значит, у нас должно быть 2, 1, ну, 4, 3, 2, 1, 4, 3, и отсюда должно идти вот сюда, вот так вот, правильно? Ну-ка, начинаем с 2, потом единичка, потом... Потом 4, 2, 1, 4, 3 и 5. Да, вроде так. Значит, погнали. Куда у нас теряется? У нас типа у нас двойки, да, получается ссылка сразу на четверку. Если я правильно помню. Да, с двойки получается ссылка на четверку. То есть сразу вот сюда. То есть у нас вот эта вот связь, на самом деле, вот так вот происходит. То есть мы, видимо, group begin next. А надо group end next, что ли? Group begin next. Мы типа ставим вот так вот на тройку, да? Дальше идет вот эта ерунда. И last group end у нас не выполняется, потому что он 0. Стоп. Да. Как мне надоело. This next равно pref, right? Типа вот здесь вот у нас будет для нуля мы ничего не сделаем, для единички. Может, принты вставить какие-нибудь, я не знаю. Типа, если pref не равно none, то... current next равно pref, то есть у двойки next равно единичка, да? Дальше мы выходим, group begin next равно... А, дальше мы говорим current равно new next. Group begin next равно current, то есть у этого next ставится тройка. Что вообще говоря, неправильно.
Ну, типа, допустим, да? Head нет, last group named нет, last group end равно prev, то есть... здесь вот не prev, а group begin должен быть. О, может. Ха-ха-ха! Ура! Заработало! Так. Ну чё, я не знаю. Давайте use example text cases. Сейчас разорвет опять что-нибудь. Все работает, да? Поехали, submit. Ха-ха! 47 минут. А, офигеть. 44 миллисекунды. Пиздец. Никому не пожелаю таких задач вообще. Не пожелаю. Так, что делаем дальше? Давайте, голосуйте, что делаем дальше? И я думаю, типа уже 2 часа подходит, но я думаю, еще одну простую задачу можно решить, особенно если она на кложе. Вот тут вот такую задачу кидали, да? Сейчас я приду и почитаю, что с ней. Если ничего не получается, надо писать тест-кейс и брать дебаггер. Ну да, типа, по-нормальному, конечно, принты везде расставить, всякую херню. Но всегда есть какой-то порог, когда, типа, ты думаешь, что сейчас справлюсь без дебаггера. 2 часа спустя такой, да, надо было дебаггер. Ну, плюс дебаггер, у меня, типа, дебаггер, я не знаю, как сделать для питона. Принты, да, знаю. Ладно. Давай text justification или три сам. Кидай ссылки на задачи, а не описание. Ну или текст задачи. Бери рандомную задачу. А я пойду отлучусь. Так, я снова с вами. Я за рандом, пусть решит великий рандом. Давайте это, донатьте уже, что как бы. Кто задонатит, ту задачу решим. Это же интерактивчик, а не просто стрим. Ну, не видеозапись. Text justification. Valid parenthesis. Три сам. Ну, скобочки надо явно на коже решать, вот, по-любому. Чувствую прям. Риса мне интересно, лучше какой-нибудь на деревья. О, скобочки давай. О, пусть напишет LFU. Что такое LFU? Valid parents даже стека не требует. Ты хочешь, чтобы Никита тут умер у нас на глазах? Это же хард. Я карту, блин, не могу найти. Ну, сорян. Я хочу, чтобы Никита помог людям собесы в Яндекс проходить. А так, а какая она собесы в Яндекс?
Three-sum, medium, valid parenthesis, easy, text justification, hard. Lead the frequently used cache. Так, это мы решили, правильно? Здесь неинтересно, типа, а. В лид-коде нет кложа. Ну да, вот я как бы и страдаю. Я к следующему разу попробую что-нибудь придумать. Мне вот HackerRank рекомендуют, говорят, там есть кложа. Давайте посмотрим, что за текст justification. Но опять же, это, наверное, нужно кложа, если мы хотим по-быстрому. Скобочки. Given string s containing just the characters, бла-бла-бла, determine if the input string is valid. An input string is valid if open brackets must be closed by the same type of brackets, open brackets must be closed in the correct order. Бла-бла-бла. Но это вообще тривиально. Come on. Скобочки надо на common lisp. Test case. Ну, это на самом деле очень простая. Ну, типа, блин. Сейчас. Давайте ее на питоне напишем. Это реально тривиально, как бы, ну, прям. Что, никто не задонатил? Ну, тогда я сам выбираю. Что. Это фигня тупо стек. Ну, да. Зато галочка будет. Причем стек это будет сама это самое. Ну, пока карту ищешь, я как раз решил. Так, значит... Давайте назовем, ну вот, стек, типа, for и, что там, in, можно так делать? Можно ли в питоне делать вот так? А что не так? Да, о, ну окей, все, значит... И, насколько я помню, у них нет конда, да? Значит, если и сравнимо со скобочкой стек плюс равно скобочка или там, окей, да, блин, or и сравнимо с фигурной скобочкой or и сравнимо с три скобки, да? Я, на самом деле, такую штуку писал, когда делал плагин для Visual Studio Code для подсветки скобок как раз в... Ничего не слушаю по задачам, пока не задонатите. Ничего не знаю. Мне про скобки нравится. Вот. Так, если и... And, значит, и, во-первых, если len stack сравнимо с нулем, это сразу false, да? Что, нужно напечатать? Нет, нужно return, слава богу. Значит, если и сравнимо со скобочками, и стек, вот это вот я очень люблю в питоне, вот эту херню, да, блин, тут автодополнение, конечно. Ну вот как-то так, мне кажется, да, здесь мы пишем вот так, здесь мы пишем вот так. О, донат, до 1000 рублей. Что-то, блин, что-то написано было. Тупица за упорство. Так а задачу-то ты не выбрал в итоге, что? Зазря задонатил. Шел карт. Ну, не, если ты хочешь выбрать задачу, то пиши. У тебя приоритет. Так, ну, вот как-то так должно быть. Как будто бы. А, надо, я написал return, сейчас, return true, о, так, а нет, сейчас, return len stack сравнимо с нулем, о, так, а, ну, окей, что тут не так,
стек как строго хранить, лул сразу мы вам перезвоним. Сейчас вы писать ON квадрат дивизию от N. Else не нужны в питоне. Else нужны. В этом что ли дело? А не, здесь все эти взаимоисключающие. Не в этом. Так, что такое? Значит, скобка, да. Буква. Сначала вот это. В стек записывается открывающая скобка. Да? Дальше у нас вот эта штука. А в конце стека такая штука. А, надо еще стек уменьшить. О, я забыл. Стек равно стек. Как уменьшить стек? Вот так можно? Как? Блин. Что там у них, поп или что? Есть поп. Блин, это из дикшенери. Сейчас проверим. Есть же репл. Нет, такого нет. Вот так вот. Здесь, во-первых, надо вот так, наверное, да, сделать. А здесь стек равно стек. Я знаю, что это не оптимально. Ну, ё-моё, ну мы же не за оптимальными решениями сюда пришли. Так. Что теперь не так? А, все, я не туда просто вставил, так, господи. Вот здесь у нас, значит, все случилось хорошо, да? А там-то нам не надо. О, вот так вот. А, вот теперь вот здесь continue нужен. Короче, нужно else if написать, потому что это все извращение. Давайте напишем else if. О, проверяем и погнали. Что это такое значит? А, next challenges, типа, попробуйте вот эти задачи, типа, ну, ребят, не знаю. А какой у него submission rate, или как там? Ну, короче, easy, понятно. Ладно, окей. Что по следующей задаче? Давайте смотреть, что у нас этот самый тупица рекомендовал. Valid parenthesis. А, он ее рекомендовал. Так, там это еще 50 рублей закинул. Так, извините, что я не сразу реагирую, но я за тройничок. Да, давай три сам. Окей, погнали. Три сам, значит. Три сам. А это вот это, да, medium задача. 10 тысяч лайков, 1000 дизлайков. Донаты не долетают. Какие донаты не долетают? Через PayPal не долетает, через WebMoney норм. Надеюсь, он не снимает при этом деньги. Очень надеюсь. Ну, как бы я тоже... Я это делаю в первый раз, так что, ребят, сорян. Я как бы списал, но не долетело. Это отвратительно. Не может... Это очень плохо. Если это правда. Ох.
String to integer, а то и 200 рублей. Давай на следующей неделе заколлабим. Не, я могу показать страницу с Donation Alerts, но типа там ничего не видно. Где здесь? Вот эту страницу я смотрю. Вот я за тройничок, про три сам. Вот тупица за упорство. Короче, вот я сюда смотрю. Здесь вроде бы ничего нет. Я как бы, если бы мог, я бы помог с тем, что происходит, но я вообще не представляю, что происходит с PayPal и так далее. Сори, что так получилось. Надеюсь, там было не очень много денег. А, 200 рублей, да, за АТУИ. Они деньги вернут потом. Ну, очень надеюсь, что вернут, да. Еще раз, сори. Сделаем отдельно PayPal тогда. А есть PayPal, можно напрямую, но там тогда я не буду видеть notification. Ну, я, еще раз, я просто... Стрим потихоньку подходит к концу, поэтому, типа, прямо сейчас я не хочу и PayPal делать, наверное, уже. Вот, а так... Так, со следующим стриме, да. Может быть, тогда давай задачи на онлайн. Ну вот три сам, что такое? Given an integer array nums, return all the triplets num и gks, и... Короче, бла-бла-бла. Короче, три разных индекса таких, что сумма трех чисел равна нулю. Ну, the server set must not contain duplicate triplets. Вернуть все триплеты, да вы ебать. 3000. Типа, если я буду тупо перебирать, у меня получится 27. Очень много получится. Окей. Ну, очень сложно, да? Ну, типа, по-тупому понятно, как решить, а по-сложному... Не очень понятно, как решить. Типа тройной цикл. Че, попробуем тройной цикл написать. Почему n квадрат, а не n куб? Сначала реши два сам, а потом примени его еще раз. Так, а третье число-то неизвестно, какое должно получиться. Давайте просто напишем и... Давайте три цикла напишем, посмотрим, как далеко мы зайдем с этим решением. Надо с чего-то начинать, потом, может, соптимизируем. If res равно i плюс nums g плюс nums k равно как там res чё? Как в список добавить? Add? Нет, push. Append. О, append, да? Ну, давайте append. А я чуть не понял, что это такое. А, мне нужно значение вернуть. Вау. Ну, нужно их тогда отсортировать, да. Tuple, так вот сделаем. Давайте сделаем триплет, потому что что-то он как-то подозрительно. Сорт-то есть у нас? И тогда нам нужен еще сет, получается, да? О.
Ну, раз они хотят список. Давай посмотрим. Set doesn't have the ёб твою. А что у него? Add? Хорошо в коже. Конж. Во все, в любую структуру данных. Конж. Unhashable type list. Вот. А так. А, да. Здесь нужно... Вот так вот. Наверное. Блин. Не знаю, как. Вот так сделаем, короче. Да. Сделать tuple, но дальше, а как tuple сделать? Как tuple получается? Так вот. Да. Не, ну а его нужно подсортировать потом еще. Чего не так? А как у них? Как не равно в питоне? Так что ли? Долетел донат. Ну-ка, что там, где? Три сам, даешь скобочки. Так, ребята, ну донаты пошли. Altmind, string to integer to i. Братуха, борцуха, даешь скобочки. Generate parentheses. А, господи, вот я тупой, да, ох. Поэтому и надо писать, да, поэтому и надо писать на языке, который знаешь, а не вот на этом, где тебе нужно все подсматривать. Но нравится мне зеленая галочка, есть некая объективность в этом. Ну что, давайте посмотреть, примут, нет, вдруг примут. На 3000 элементов, конечно, по тайм-ауту надо слетит. Time-limit exceeded. Да, окей. Да и список-то маленький. Пам-парам-парам-пам-пам. Триплет. Для цифр не равно, а как не равно в питоне? Долетел донат. Что у тебя за документация по питону такая? Это dash-up, да. Ну, она не только по питону, она по вообще по всему. То есть ее кайф в том, что это одна программа, в которой документация на все, что тебе нужно. Вот у меня на Java, на Clojure, на CMake, на Docker. Мне Docker, кстати, не нужен. C++, Python, JavaScript, короче. Все, что мне нужно, там, типа, посмотреть по Clojure. Ну, типа, даже не важно, там. Hop, build, conj. List, вот, Java list, Clojure list, CMake list, C++ list. Всего один и тот же интерфейс. Очень удобная штука. Так. Уже отбил, да, надо читать. Так, значит, что делаем-то, да? Что делаем? Мы вылетаем по тайм-ауту. Что логично? Что логично? Есть смысл, наверное... Смысл что? Отсортировать исходный список, может быть? А что мы его отсортируем, допустим, да? Допустим, нам
sort, да, здесь вот, допустим, мы скажем i плюс 1 len, g плюс 1 len nums, вот это уберем. Так будет работать? Будет же работать, правильно? Тогда, возможно, даже сет не нужен будет. Ну-ка, как здесь use example test cases? Тайм-лимит exceeded. Для каждого элемента реши два сам по оставшемуся списку. Не сэкономишь много таким мотором. Ну да, наверное, не сэкономлю. Че, какие у нас идеи-то, что мы будем делать? Два сам. А я как бы типа не знаю, как два сам решить. Давайте решать два сам за линию. Типа вот мы перебираем два первых элемента, да? И тогда третий мы можем найти бинарным поиском, типа примерно. Так. Типа первые два произвольно выбираем. Ну, как произвольно. Типа они двигаются от нуля до максимума, второй двигается от i плюс 1 до максимума. Здесь вроде как бы особо не сэкономишь, да? Первые два. А третий нам нужно в остатке найти бинарным поиском. Типа вот то самое место... Можно засунуть числа в хэш-таблице, тогда последнее можно за O1 найти. Ты поставь три указателя, начало, конец, и другой бегает посерединке. Не очень понял, что за решение. Ну, тогда типа мы то же самое получим куб. Или не получим. Непонятно. Ну, допустим, да, да, сейчас посмотрим, что там в бинарный поиск есть как-то какой-то в питоне, я не знаю. Вообще, на самом деле, мы знаем, мы можем вот что сделать. Да, мы можем отсечь часть вещей для K. И смысл здесь какой? Сейчас скажу. Значит, первые два дают нам какой-то X. Некий, да? И дальше. Короче, К нас интересует. Бинарный поиск есть Kotlin, не желаете ли? Бла-бла-бла. Так, значит, что мы сделаем сейчас? Мы включим свет, потому что мне очень темно. Короче, смысл К в том, что там, если мы если список сортированный, и мы дошли до какого-то момента, нам больше нет смысла увеличивать или уменьшать. Мне сейчас нужно только понять, нужно увеличивать или уменьшать. То есть, скажем, если... Сейчас. Секунду.
У меня вебка разрядилась. Это... Ну все, камеры не будет, значит. А мне тут пишут, что у меня камера разрядилась. Два часа фигачи, конечно, нон-стоп. Камеры не будет, да? Да, камера на батарейку. Там вроде как-то можно ее подключать через какую-то штуку, которая эмулирует батарейку, она втыкается в розетку, но я пока не разобрался, где делать. Ну, просто кроссовки удобнее, чем тапки. Поэтому очень удобно гонять в кроссовках, таких легких, тряпочных. Ну, давайте, допустим, мы начинаем с если мы уже больше нуля, да, типа если на данном этапе у нас уже мы уже превысили, дальше будет только больше. Мы можем К хотя бы как минимум остановить. Пробуем так. Оптимизация. Наверняка там можно еще какие-нибудь оптимизации такого рода сделать. Ну, вообще, конечно, бинарный поиск, но... Да, я помню, я делал здесь бинарный поиск Python 3. А в библиотеке нет его? Ну что, надо скопировать тогда. Надеюсь, работает. Нас не приняли. Ну, давайте попробуем сделать вот так. Binary Search Iter. Не знаю, что такое Iter. Но... Здесь вот можно сделать еще вот такое. Если все... Если даже последний не добирает, да? Или если даже первый перебирает... А, здесь вот может быть вот так вот сделать. Не. Ну-ка. Оптимизации не могу вообще. Донат пришел Трюной через стерник звездам. Да, спасибо огромное, Трюной. Очень, очень щедро и очень классно. Спасибо за донат. Очень, очень ценю. Wrong answer. Ова, ни хрена себе. Так, еще раз список растет.
Трунью. Класс. Что-то я не то наоптимизировал, что ли. Почему? Почему? Непонятно почему. Вообще триплет, кстати, сорт не нужен, потому что... Правильно? У нас же, мы же массив отсортировали, и индексы идут по порядку. И вот здесь, кстати, если мы нашли 0, то нужно сделать break тоже. Вот. А теперь вот здесь мне не очень понятно. Типа, если у нас массив возрастает, и если даже самым большим k мы не добираем, то break, да? Или если мы самым... вот это условие не нужно, потому что оно здесь вот автоматически. А, ну нет. Короче, как run concert. List unhashable type. А, окей. Она вообще не очень нужна, именно set, правильно? Теперь. Мы же все отсортировали заранее, так что... Так если цифры одинаковые... А, нет, нужен set. А, окей, значит, тогда set. Здесь, значит, append, здесь add. Здесь я не знаю, нужно в лист его превращать или можно так вернуть. Чё run concert сказал? Нам с минус один даже последний, правильно? Вот эти вот индексации в питоне, кстати, очень нравятся. Минус один, вот эти, когда... здесь вот минус 4, 0, 4 почему-то мне... Не засчитался. А... Почему мы его не нашли, кстати? Минус 404, мне интересно. Это вот это вот условие у нас косячит или что-то другое? Binary search сейчас еще сделаем. Я пока не понимаю, в чем у меня баг вот в этом условии. Его массив сортированный, да? Берем it, берем jit, берем минус один, то есть последний из намов. Получаем отрицательное число. Если это так, то в k... сейчас... Не break, наверное, да? А continue. Во, вот так вот. То в K ходить нет смысла, короче. Ну-ка. Ну да, вот теперь мы, короче, не помещаемся. Вот в такой список мы не успеваем посчитать. Окей, binary search. Давайте попробуем. Значит, типа для K мы хотим... Вообще говоря, вот это тоже все не нужно, если типа у нас будет binary search, да? Значит... K равно binary search iter...
Значит, нумс, начиная с g плюс 1. И ищем мы вот это вот число. Правильно? Минус это число. Так вот. Да? Если, короче, k не равно минус 1, триплет равно вот так вот. Похоже на правду? Ланарный минус можно ставить. Чуть неправильно насчитала. А, потому что мне нужно и k на самом деле прибавить g плюс 1, правильно? Зачем бинарный поиск? Еще раз, ассет из нам для проверки наличия не подойдет. Да, кстати. Прикольно. Сет из нам. Нумс, да, вот так вот. Как у него contains-то? In, да. Звучит классно. Сейчас, if in нам set. Ну, нам нужно все равно найти его индекс, на самом деле. Ну, там на самом деле, короче, давай вот так вот сделаем. Посмотрим, что получится. Наверное, на этой задаче мы закруглимся на сегодня. 2,5 часа уже длится это все. Камера села, никакого фана. Но задачи, которые накидали на донаты, мы перенесем на следующий раз. Я думаю, так. Суки, нули одни вставили. Чтобы делать binary search, мы можем сделать мапу. Нам нужны индексы массива, а мы сортируем массив. Сортировка не пробьет индексы изначально. А, да, кстати, хороший поинт, но мы вставляем сами числа, а не индексы. Хинт посмотреть. Давайте, да, идеи-то что-то как-то уже это. Гвоздка не варят, и идеи не очень. So essentially need to find three numbers x as it added to give if you fix one of the numbers say x, we are left with the two sum problem at hand. Doesn't help. For the sum problem, if you fix one number, say x, we have to scan the entire array to find the next number, which is where it is. Where it, can we change our array somehow so that this search becomes faster? Ну да, в этом мы все сделали. The second train of thought of to sum is without changing the array, can we use additional space somehow, like maybe hash map to speed up the search? Но это мы тоже сделали, но типа не очень понятно. Мы можем, ну типа вместо сета сделать мапу. Сейчас я подумаю, может быть мы... Есть ли смысл... Типа мы валимся на массиве из одних нулей, да? Как с этим бороться? Мы можем разрешить повторные значения.
и сканировать уникальный массив, так? А потом, найдя эти значения, проверять, типа, сможем ли мы, типа, если они в настоящем массиве. Сет точно не очень будет работать, когда есть повторяющие элементы. Нужна мапа, вида число, количество его повторений. Может быть, может быть. Либо можем вообще сделать хакнуть проблему, да, и отсканировать все. Сейчас мы сделаем. Во-первых, мы здесь сделаем мапу. Вот здесь он, да. For i in range lenums. Мы сделаем здесь нам map равно вот так вот, да. На, и нам map, значит, нам с ита равно ита. Это позиция, да. Тогда мы можем сделать здесь вот так. И здесь сделать вот так. Вот так вот. Сум 2 назовем. Минус сум 2 триплет нам map минус сум 2. Да. Искавый же. Не, не очень понял. Не, у меня другое предположение сделать, значит. Ну, во-первых, давайте проверим, что вот это работает. Не работает, да? Сейчас, что за мапу это сделал? Число, его индекс, правильно? Число, которое нам нужно, это минус сам 2. Почему не сработало? А, да, ну типа и вот этот lookup больше g. О, вот так вот. Потому что иначе он первое значение начал возвращать. Что тут происходит? Ну, мне не очень понятно, что, почему. Откуда вообще 4 взялось? 4 даже не было. А, во, потому что нужно нам с... Очень сложно. Не-не, мапа работает, все нормально. Это мапа просто для быстрого лукапа индекса. А вот то, что нам нужно сейчас, это следующее. Мы сейчас возьмем и уменьшим исходный массив так, чтобы в нем не было больше 3 копий одного числа. Во. Такой трюк. Нам сорт.
назовем это new nums, так, nums count, это мапа, да. Я за тройничок 100 рублей. А, просто 100 рублей, что ли? Спасибо. Пожалуйста. Я за 3 сам. Так мы и 3 сам и решаем. Здрасте. Может, это PayPal начали приходить? Что происходит? Мы его и решаем. Так, сейчас. Значит, nums count у nums итого плюс... Плюс. PayPal начал приходить. А, плюс равно 1, да? Это значит, мы посчитали, сколько каких чисел. Вот. У нас в массиве. Блин, здесь нужен не дикт, а что-то там дефолт дикт, да? Я помню, что такое есть какая-то. Нет уже. Нет такого default dict. Сейчас. Тут, видимо, нужно сделать get будет. Потому что вот эти лукапы. Да. Значит, возможно, хочешь каунтер, чтобы посчитать быстрое количество. Ну, возможно, я как бы в питоне-то не силен. Значит, мы посчитали количество каждого числа. А теперь нам нужно... Сейчас, как нам сделать-то? Давайте new nums сразу создадим. Значит, count этих чисел такой. If count меньше... Мы хотим максимум 3, да? Меньше 3. Что это будет 2 для третьего. Для первого будет 0, для второго будет 1, для третьего будет 2. Третий мы еще хотим. Значит, count if new nums append nums ita. И здесь count плюс 1. Вот так вот. И таким образом new nums у нас это массив, в котором максимум 3 повторения, короче, всего. Это, конечно, отвратительно, но whatever works. Вот это нам давайте удалим. Наверное, не понадобится. Ох, бы начал, сейчас бы посчиталось бы. Accepted! Accepted всего-то 680 миллисекунд. Это, конечно, нечестно, потому что типа 0000 это вырожденный случай, и мы знаем, что это специальный случай. И мы чисто под него заточились. Вот. А если бы там были, ну, типа, числа, которые очень слабо отличаются, и у которых очень много перестановок, наверное, бы все равно запороли. Но вот кое-как с помощью чата, да, решили. Collection default dict. Да, вот этот я пытался default dict вспомнить. Вот. С вашей помощью, да. Мапу мне подсказали. Ну, точнее, сет, а не мапу мне подсказали. Что еще? Да все вроде подсказали. Много чего подсказали. Сам бы не написал. А, ну нужно вот это вот еще кусок стереть, потому что он не пригодился. Да. Закомментировать, может, здесь. Num count, new nums. Сейчас мы здесь запишем. Only keep at most 3 copies of every num. Здесь number
Lookup. Ну что, красота? Красота. Еще раз submit, чтобы за submission было нормальное красивое решение. Было классно, все здорово. Всем спасибо за участие и за донаты. Значит, у нас осталось, смотрите, три сам... Значит, задача про скобочки осталась, да? Атуи, это из того, что донатили. И... Пока все. Это типа запросы на задачи с донатами. Переносим их на следующее задание, на следующий раз. Сейчас уже типа два с половиной часа надо заканчиваться. Но в следующий раз начинаем с этих задач, сходу. Окей, супер, все, всем спасибо за внимание. Да, хорошей ночи, было круто, тупица, коллаб вообще запросто, да, свяжись. Ну, я тебе напишу, короче, еще. Ох, куда нажимать кнопку-то, сейчас я, да, кнопку нажму.